Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня хочу показать вам новинку 5-го каталога Faberlic. Это у нас появляются вот такие вот замечательные лаки для ногтей. Инновация CC лак. Я этот лак ждала очень давно, еще как только узнала, что эти лаки у нас появятся. Поэтому я очень-очень рада, что уже наступил этот момент, когда они у нас появились. Вот такая вот богатая палитра цветов, 20 оттенков представлено в каталоге, различные, и яркие, и потемнее, и нюдовые, всякие-всякие разные. Итак, давайте я сначала вам расскажу поподробнее об этом лаке, а потом буду показывать. Итак, лак для ногтей CC 9 в 1, умный цвет, 9 мл. Лак высыхает быстро без использования лампы, насыщенный яркий цвет с первого нанесения. Идеальный маникюр без сколов и тусклости. Цена у него в каталоге 149 рублей идет. Быстро сохнет без ламп, 7 дней стойкости, не требует базы и закрепителя. Сохраняет сияние, создает объемное покрытие, дает сочный оттенок и достаточно одного слоя. Удобная широкая кисточка, а также особая текстура, благодаря которой лак держится 7 дней. И впервые вам не понадобится ни база, ни закрепитель, ни сушка. Вот. Это у нас лаки вышли в линейке Skyline. Я приобрела себе 8 лаков. Я не могла определиться, какие я хочу, хотелось много, но все-таки я взяла себя в руки и выбрала именно то, что вот таких оттенков, которых у меня нет. Я уже нанесла на ромашку, давайте буду вам показывать. Итак, первый оттенок, который я вам покажу, это самый верхний в каталоге. Это 7340 фисташковое мороженое. Вот он. Вот так вот выглядит лак. Вот такой цвет. Яркий, насыщенный. И вот так вот он выглядит на ромашке. Следующий лак, который я приобрела. 7345. Вот он. Это коралловый рай. Вот так выглядит лак. Сейчас покажу вам кисточку. Кисточка не такая большая, как в лаках Secret Story, в песочных и в обновленных. Она вот такая вот. Средней широкости, но в принципе удобная. И вот так вот лак выглядит на ромашке. Все лаки дают такое глянцевое покрытие. Единственное, что могу вам сказать, следующий лак, вот такой вот я приобрела, оттенок это 7353, розовый букет. Вот этот вот лак, он не соответствует тому, что в каталоге. Вот он и вот он. Не похожи. Вот, но смотрится он неплохо, такой яркий, весенний, вот он на ромашке. Так, следующий лак. 7359, простите, фиалковая фантазия. Вот он, вот он. Похож с каталогом, отличный вот такой вот действительно фиалковый цвет, очень мне нравится. Классный. Вот он на ромашке. Что могу вам сказать по нанесению? Одного слоя недостаточно, конечно же. Лаки, особенно светлые, они очень полосят, но действительно быстро сохнут. Следующий лак это вот такой вот уже темный розовый, насыщенный. Называется он розовый фламинго, артикул 7352. Вот он на ромашке. Вот этого лака может быть достаточно и в один слой. С каталогом совпадает. И этот лак, он имеет в себе как бы такой мелкий-мелкий шиммер. Но это его не портит абсолютно.
Очень красивый лак, и вот этот шиммер, он дает просто как бы дополнительный глянец лаку, но никакого вот именно такого выраженного перламутра в нем нет. То есть очень хороший оттенок. Так, следующий лак 7361, это морская лагуна. Вот такой вот красивый яркий цвет, такой действительно морской, летний, классный просто. Глянцевый абсолютно. Вот так вот выглядит на ромашке. Так, следующий лак 7348, это ночное рандеву. Вот так вот он выглядит во флаконе. Он кажется таким темно-темно-коричневым, либо вообще черным. Но на самом деле вот на ромашке он выглядит вот так. Но на самом деле он вот такой. Я специально нанесла на прозрачный дисплей, чтобы показать вам, чтобы вы могли видеть, что он на самом деле темный-темный баклажан. Вот, видно здесь. Темный-темный баклажан. Вот, поэтому имейте в виду. Вот в каталоге не понять, какой это цвет, но на самом деле он вот такой вот баклажановый. Вот этот лак тоже надо именно в два слоя наносить, потому что будут сильные проплешины. Вот, и последний лак, это самый мой любимчик, самый долгожданный, о котором я мечтала прям с декабря месяца. Это мятный леденец. Вот он в каталоге, вот он в каталоге, и вот он в каталоге. Цвет соответствует, очень он похож, как в каталоге он изображен. Классный, яркий, просто замечательный оттенок. Тоже нужно, конечно, в два слоя наносить, и вот он так выглядит на ромашечке. Вот такие вот замечательные лаки я себе приобрела, 8 штучек, больше покупать не буду, этого мне будет достаточно вполне. Лаки сохнут быстро, еще раз повторю. Пока на ногтях я их не носила, но вот уже скоро буду делать маникюр, буду использовать. Если что, отпишусь в комментариях, но судя как на ромашку я наносила, сохнут они действительно быстро. Я думаю, что пока одну руку вот накрасим, вторую будем красить, на этой уже высохнет. Вот как у меня с ромашкой было. Вот. На этом все. Мой обзор закончен. И хочу вам напомнить, если вы еще не являетесь консультантом Faberlic, но хотели бы им стать, то ссылочка для регистрации в мою команду находится в описании под этим видео внизу. Буду рада вас видеть в своей команде. Если вам обзор понравился, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока!